Всем привет, ребята! И сегодня мы будем... Это экстренное включение, так сказать. Всем спасибо за 96 подписчиков. И давайте мы добьем эти 4 подписчика. Вот вы. Если не подписаны, подпишитесь на канал. Кстати, 583 просмотра. Я просто офигел. И я просто еще нажал такой, вижу 96. Офигел. Так что, ребята, давайте добьем. Итак, ребята, мы в Бравле. И обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Это обязательное дело. Обычное и обязательное дело. Вы должны поставить лайк и подписаться. Потому что я хочу уже 100 подписчиков. Так что давайте. На что у меня квесты? На ШДшку и на всякую такую фигню. Давайте база в другом ролике возьмем. А сейчас пойдем за Бель. Потому что я хочу апать и других бойцов. Так что погнали. Угу. Заходим. Такс. Но. Я очень рад, что 96. Я подумал, что я сплю. Потому что я такой захожу, 96, и я офигел. И думаю, ай, блин, срочно, быстро врубаю ролик. И вот сейчас с вами записываю. Меня зажали, и меня убьют, да? Не, ребята. А, фух. Я подумал, мне Кирка Карла пришибет. Такс. Опа. Кстати, ребята, кто не видел, я вернул как бы рубрику топовые комментарии в конец. Потому что, ну, куча комментариев вышло, и нужно добавлять. Я считаю, что это нужно вернуть. Так что так. Угу. Такс. Плюс 8 кубасов и 64. Кстати, Brawl Pass и что? Я не буду собирать Brawl Pass до 30 уровня, как в прошлом сезоне кто-то скажет. Ну да. И потом все открою, улучшу Эша, заберу гемасики. И хочу купить скин Красавчик Кольт. Надеюсь, он будет в магазине. У меня как раз таки будет 40 диадемов. Да, будет. Так что так. И опять же повторяюсь, это экстренное включение. Хотя кто-то скажет, так ты в Бравле, какое это экстренное включение? Такое экстренное врубление, включение. Потому что я офигел. И я надеюсь, что может и к завтра будет 100 подписчиков. Надеюсь. Так, там Сквик. Но Сквика очень сильно улучшили. Вот он сейчас меня убьет. А не. Так, там Бель. Теперь он 1200 или сколько там наносит урона. 1300. Понимаете? А если у бойца вот Бель с 3000. Вот зажмет, например, где-то тут в туман. Кинул 3000, он может себе так пойти. Белли снято, все. У него 9 банок. Рискнем. Логики нет. Может есть, как говорите. Но я повторюсь, извиняюсь, что так много раз говорю, но вы должны подписаться на channel. На канал. Так что, так. Угу. Но это столкновение плюс прикольный режим. И он еще будет 61 день. Его же на обнову добавили, так сказали, суперселы. Так что так. Хопа. Иди сюда. Кстати, ребята, у нас новый участник Никич. Никита его зовут. У него еще видео нету, но уже есть 12 подписчиков или 13, так что ссылочка на него внизу.
Никич Бет называется канал. Подписываемся. На него тоже. Вообще на всех, кто ссылка есть, подписываемся. Обязательно. Так. Блин, не долетело. Ага, умный пес. Так, эу, пролетает. Ай, не надо, не надо. Белль предала Белль. Нечестно. Ладно, погнали еще одну каточку. Так что так. Не забываем подписываться на Влада, потому что у него что-то было резко скочило, у него 24-25 подписчиков тогда. Ну и давайте наберем ему эти 30. У него было, помню, 30 и потом пропало. Бах или что было. Так что давайте ему наберем 30. Так что я повторюсь. Подписываемся на всех, кто есть в описании, и обязательно на меня. Угу. Ду-ду-ду-ду-ду. Нереально. Так, хоп, хоп, хоп. О, 5 бойцов. Давайте попробуем Сквика. О, не. Видите, 1800. Вы это видели? Нечестно. Так, ребята, ладно. Я тогда думаю, на этом можно заканчивать наш видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки обязательно. Подписываемся на мой канал. И на все каналы, что в описании. И, конечно же, подписываемся на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Ну а под конец видео самые топовые комментарии. Если ты тоже хочешь сюда попасть, напиши очень топовый комментарий, и ты сюда попадешь. Ну а я пошел. Пока. И подпишись на канал.